Ого, это уже наш сайт Алмазик. Просто обожаю этот сайт. Всем привет, ребят, с вами я Кексик. И Анна Голд, всем привет. А ну, давай скорее его распаковывать. Мне уже не терпится посмотреть, что же там за сюрпризики. Давай. Так, но сначала я покажу нашу упаковочку. Здесь у нас надпись. Сайт Алмазик для Анны Голд. И здесь у нас краски. Такие вот яркие и позитивные. Прямо как радуга. Да, согласна с тобой. И здесь у нас сюрпризы. Так, давайте сейчас я открою. Итак, вот я открыла. И вот у нас наши сюрпризики. Они все очень яркие и красивые. Первый сюрприз. Здесь, кстати, у нас все очень классные сюрпризы и все новенькие. Здесь у нас токи-доки сюрпризик. Потом какой-то с вопросительным знаком. Очень интересно. Так, потом у нас здесь идут еще большие. Это у нас вещи принцессы. Такие милые. Потом волшебные карточки. Здесь у нас 4 карточки. Не целых 3, а целых 4. А здесь у нас красивый и вопросительный знак. Тоже интересно. Кексик, давай выбирай. Я бегу. Так. Хочу открыть сначала, наверное, вопросительный знак. Мне интересно. Ну, давай. Так, сейчас откроем, минуточку. Итак, здесь у нас какой-то антистресс. Смотрите, ребята, это у нас розовая змея. Такая очень классная. И это у нас, я вижу, антистресс. Смотрите, как он классно растягивается. Только не порви, мне ее, она очень нравится. Уи, буду ее растягивать. Ну ладно. Так, теперь открываем, наверное, вот этот сюрпризик. Красивые. Здесь у нас нарисованы алмазики. Может быть, здесь будут алмазики? Это что-то типа алмазиков, мне так кажется. Здесь у нас 3 цвета. Один мой любимый цвет, розовый, потом желтый и голубой. Смотрите, ребят, какие они красивые, так красиво переливаются. Еще можно так вот с ними играть. Так, это у нас было второе. Так, теперь какой откроем кексик? Так, наверное, карточки. Давненько их не было. Да, ты прав. Карточки у нас были, но были очень давно. И были у нас карточки только по мультикам. Так, сейчас откроем. Вот я открыла, и смотрите, здесь какие у нас карточки. Здесь у нас разные колечки с алмазиками. Как раз сайт Алмазик. Такие здесь у нас колечки, здесь даже есть сердечко. Розовенький, мне бы такой подошел. Вот, целых 4 карточки. Тут у нас они не самодельные, но попадаются такие же, но самодельные. Не только украшения. Так, и, кстати, обязательно пишите в комментариях, какие вам сюрпризики здесь больше всего понравились. Я их буду заказывать с этого сайта. Так, мы открыли вещи принцессы. И здесь у нас... О, это же самый главный аксессуар нашей принцессы. Это вот такая красивая корона. Только посмотрите, какая она красивая. О, классная корона! Дай-ка я примерю. Вот. Хорошо, теперь я принц. Хи-хи. На самом деле это даже подходит как кольцо. Вот таким вот красивым образом. Так, ладно, открываем последний сюрпризик. Да, вот этот. Токи-доки. Здесь он у нас полностью, ребят, самодельный. Это я делала этих персонажиков. Здесь их целых 2. Тоже 2 цвета. Вот такие вот самодельные малыши мои. Это у нас девочка, а это у нас мальчик. Ну-ка напишите, как их зовут, кто знает, ребята. Я здесь не стала писать, а вы потому что напишите. Такие-то не очень милые. Кексик, тебе кто больше нравится? Мне больше нравится, наверное, черный, потому что он мальчик. А тебе? Мне, конечно же, розовенькая, потому что она девочка. Вот у нас все сюрпризики, ребят, на сегодня. Какие вам больше всего понравились, обязательно напишите мне об этом в комментариях. И
За что больше вы проголосуете, так скажем, таких сюрпризиков я закажу побольше. Что ж, всем пока, ребят, с вами был я, Кексик, и Анна Голд. Всем пока! Какие же классные сюрпризики, надо их обязательно сфотографировать. Так, амагики, амагики, амагики ко мне. Yeah!